day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need. Всем большой привет, вы на канале Обзор цены и качества, и я Гульна Салями. Очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. Сразу же его начну с покупок. Смотрите, какие товары я нашла в магазине Магнит. Первое, это набор кулинарный, кондитерский мешочек с насадками. У меня его никогда не было, решила его приобрести. И от этой вот марки, там очень много товаров для кухни. Надеюсь, что этот мешочек мне потом пригодится. Я, конечно, не пеку торты, пирожные, но вот когда делаю слоеные салаты, возможно, для соусов и для майонеза какая-нибудь насадка мне подойдет. Цена этого кондитерского мешочка 199 рублей. Состав нержавеющая сталь, пластик Эва. Изготавливает Китайская Народная Республика. Но я так думаю, в хозяйстве лишним не будет. Все равно когда-нибудь да пригодится. А следующий товар — это вот такой вот декоративный светильник. У него большой размер, больше, чем моя ладошка. Корпус изготовлен из пластика, боковушки стеклом, и внутри находится декоративная пластиковая свеча. Работает от 3 батареек. Батарейки не были в комплекте. Я уже их вставила. И вот такой вот теплый, приятный свет создает этот светильник. Покупала тоже в Магните, случайно увидела. Цена 249 рублей. И его еще можно куда-нибудь подвесить. И в продолжение покупок, все мы знаем магазин Магнит, постоянно совершаем там покупки и после возвращаемся домой с тяжелыми сумками. Но не все, наверное, знают, что у них есть приложение Магнит Доставка. Это сервис доставки продуктов, еды, товаров ежедневного спроса, а также косметики из Магнит Косметик. Чтобы пополнить свои запасы продуктов, вкусняшек, особенно касаемо овощей, мяса, вам теперь не нужно выходить из дома, тратить свои силы, время, нервы. Нужно всего лишь установить приложение Магнит Доставка, либо в телефоне, либо на компьютере. Можно через Apple Store или Google Play зарегистрироваться и заполнить продуктовую корзину теми товарами, которые вам нужны. После оформления оплачиваете картой, и в течение 60 минут курьер придет к вам и принесет тяжелые пакеты с вашими покупками. На онлайн-полках более 5000 наименований, что гораздо больше, чем в вашем Магните у дома, например. Все цены такие же, и все бонусы сохраняются в лояльной карте Магнит. Если в вашем заказе не будет какого-либо товара, курьер с вами свяжется и обсудит с вами либо замену, либо отмену товара. Согласитесь, с этим приложением теперь вам не нужно будет таскать тяжелые сумки, все сделают за нас. И у меня для вас есть приятный бонус, это скидка от 1000 рублей в сервисе Магнит Доставка. Внизу оставлю ссылку в описании, обязательно воспользуйтесь и радуйте себя приятными скидками. А еще в магазине Магнит появилось много стеклянной красивой посуды, и если я успею, то в этом влоге я обязательно вам его покажу. Так, и третья моя покупка, заказывала я его на сайте Wildberries, это алмазная мозаика, которую можно собрать из любой фотографии. Смысл этой алмазной мозаики такой: можно загрузить любую фотографию и моментально получить подробную инструкцию для алмазной выкладки. Можно использовать любые фотографии, будь то семейные, одиночные, парные. Также можно сфотографировать, допустим, свою любимую кошку или какую-нибудь картинку и по приложению собрать уже любимое изображение. В комплекте 16 тысяч страз 5 цветов. Вот они изображены. Размер самой картины получается 21 на 30 сантиметров формата А4. Выбираете свою любимую фотографию, загружаете в приложение и потом собираете свой собственный шедевр. И также эту алмазную мозаику можно собирать горизонтально или вертикально. Подойдет под любую стандартную рамку формата А4. Эта мозаика подходит для детей старше 8 лет, написано, и также ее можно дарить и взрослым людям, кто любит собирать такие алмазные мозаики. Приходит она запечатанная в полиэтиленовую пленку, я пока ее не буду распечатывать, а потом уже, когда подарю, мы вместе с Ульяной покажем, что находится внутри.
Ну и потом уже в конце этого видео покажем готовый результат. И кому интересны эти товары, допустим, вот кондитерский мешочек, декоративный светильник, покупала я их в магазине «Магнит», а вот эту вот алмазную мозаику я заказывала на Wildberries, ссылку обязательно оставлю в описании. А еще я свои некоторые покупки, которые не попадают на YouTube, я выкладываю в свой телеграм-канал. Там я вам недавно показывала форму для запекания, она мне очень сильно понравилась. Бело-молочного цвета, большой размер. Покупала я ее в магазине «Магнит Косметик» с очень хорошей скидкой. Купила, сразу же выложила, и девочки в комментариях мне написали, что они тоже хотят посмотреть такую же форму в своих городах. И, наверное, уже приобрели. Кстати, напишите в комментариях, купили вы такую форму или нет. Эти покупки я тоже выложила на телеграм-канал, а на алмазную мозаику оставила ссылку. Хочу сказать, что, возможно, какие-то покупки вы здесь не увидите, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку оставлю в описании. My way, my way. I don't want to waste your time. You can go and live your life. I am fine, I'm on my way. My way, my way. Many times I promised not to walk away, but you lie and let me in and in my bed. You will never share, it's not coming back again. Never coming back home. Я вам хочу показать свои зимние покупки, но хотя это не покупка, а подарок от моего папы. Давно он хотел уже мне купить, еще в прошлом году настаивал, но мне некогда было. И в этом году я не хотела, чтобы он так сильно тратился, но все-таки он настоял на своем и купил мне вот от этой марки Белвест, если я правильно читаю, зимние сапоги. Они полностью из натуральной кожи,
из натурального меха. Очень сильно, повторюсь, папа хотел, чтобы я ходила зимой в тепле и чтобы мои ноги не мерзли. Вот такие вот сапоги на толстой подошве. Обычные, наверное, классические, на молнии. Как-то так вот они смотрятся. Цену я вам не буду говорить, так как цена дорогая, и я, скорее всего, не смогла бы позволить себе приобрести такие сапоги. Так, цветочек. Давайте еще достану второй сапог и покажу вам. Размер этих сапогов 37, но вы знаете, да, 37 размер, но вы знаете, они мне немного большеваты. Скорее всего, от этой марки сапоги выпускаются немного с увеличенным размером, и мне бы от этой модели сапоги подошли бы размером на 36 или на 36,5. Но, к сожалению, самый маленький размер был 37. И я не скажу, что они у меня большие, но шерстяным носком, мне кажется, эти сапоги влезут. Позже я вам покажу, как они смотрятся. А сейчас я еще хочу вам показать свое зимнее пальто. Я тоже недавно его приобрела, можно сказать, специально к этим сапогам. А цветочек делает свой порядок, все проверяет, шуршит. Она почему-то очень любит грызть бумагу. Тут уже вот сделала свои порядки. Да, цветок? И шуршала, пока я разговаривала. Новая игрушка. Я так думаю, что к вечеру вся эта бумага будет разодрана, и мне нужно будет делать порядок. Ладно, пойду показывать вам курточку. Вот эта курточка. Она длинная, ниже колен. Обычная, классическая, без каких-либо вставок. Единственное, вот, и то мне ее Рустам сказал убрать. Ну, вот такая вот капюшон высокий. Мне нравится, он и небольшой, и не маленький. Вернее, стойка у капюшона высокая. Затягивается вот на такие шнурки. Карманы. Есть один внутренний карман. Внутри такая, ну, обычная классическая удлиненная курточка на зиму. Так смотрится со спинки. Покупала я эту куртку в магазине смешных цен. Многие этот магазин обходят. Это магазин, вы знаете, как я его назову, где продают нерусские люди. Я даже не знаю, как его назвать по-другому. А в Ижевске, если конкретно говорить про Ижевск, то магазин называется Мегапланета. И цена этой куртки стоила очень даже бюджетная, скажем так, 300. Да, за 300 я купила эту куртку. В других магазинах, я знаю, вы, наверное, сейчас удивитесь, но в других магазинах такие куртки стоят в 2, ну, или в 3 раза выше. Потом уже, когда сегодня выйду, скоро я поеду к родителям, я покажу вам, как это все на мне смотрится. Еще одни мои недавние покупки, это из магазина Светофор. Смотрите, у них появилась... А вот такая вот форма для пиццы. Одно с отверстиями. Никогда у меня не было такой формы. Если она мне понравится, как будет выпекаться в ней пицца, я, наверное, еще, скорее всего, куплю. Диаметр у нее внешний 33, а внутренний размер 30 сантиметров. Изготовлена она из нержавеющей стали с антипригарным покрытием. В рекомендациях написано, что эту форму нельзя мыть в посудомоечной машине. Сейчас я хочу эту бумагу убрать и показать полностью. Вот так вот выглядит форма. Я не скажу, что она изготовлена из плотного металла.
немножко прогибается, но не настолько. И за свою цену, мне кажется, она очень даже неплохо изготовлена. Цена этой формы 231 рубль 20 копеек. Ну и жду ваши отзывы в комментариях. Если у вас есть такие формы, напишите, пожалуйста, как в них получается пицца. Пиццу я сегодня не буду стряпать, а потом в ближайшее время в своих влогах вам покажу. Еще одна моя покупка из этого магазина, продавалась она вот в таком вот целлофане, я ее уже распечатала. Называется она сушилка для раковины раскладная, размер 47 на 20 сантиметров. Так вот она смотрится, тоже изготовлена из нержавеющей стали, и цена 149,90. Так вот она смотрится. Я вчера уже вечером ее распечатала, оценила ее. Единственное, вот от капель у нее остаются следы. Ну, я думаю, руками протираю, следы проходят. Давно хотела себе ее приобрести. Если вы помните, у меня уже была такая подставка, но она была с боковушками. И мне крайне неудобно было... здесь ее располагать. У этой же сушилки, получается, вот она просто раскладывается без каких-либо боковушек. Если надо, при желании можно сложить, куда-нибудь убрать даже сюда. Ну и при том, когда вы начинаете мыть посуду, она быстро раздвигается. И вот, те же самые кружки, тарелки можно вот так вот расположить, и они будут отлично сохнуть. Единственный минус у этой сушилки, я с утра мыла ложку, вот смотрите, так ее нельзя класть, так как ширина между прутьев, она не такая узкая. Единственное, вот, ложки нужно будет вот так вот класть. Ну, а так сушилка полностью выдерживает вес любой посуды. Пожалуйста, кружки. Классная. Классная штука, даже ее многие мои знакомые увидели, захотели приобрести. И я, наверное, когда еще поеду в магазин, тоже пару штук куплю для своих знакомых. И цена бюджетная, 143 рубля. Классная. Что надо убрать? И как я уже говорила в начале видео, показывая свои покупки, сейчас я более подробнее расскажу и покажу, как собирается алмазная мозаика Кубрикс, которую заказывала на сайте Валберис. Алмазная мозаика – это мозаика, которая позволяет собрать любое фото в формате Pixel Art. Достаточно выбрать фото и загрузить его на сайт. Набор универсальный и сразу готов к сборке. Вам всего лишь нужно выбрать вашу понравившуюся фотографию. У Ульяны недавно был день рождения, и мне хотелось ей подарить какой-нибудь оригинальный подарок, который я еще никому никогда не дарила. Я долго искала, смотрела, выбирала, и на просторах интернета мне попалась алмазная мозаика от марки Кубрикс. Мне она сразу же понравилась, и я решила заказать и подарить ей. В наборе уже есть все необходимое, сами стразы, основа для сборки с клеевым слоем, лоток для страз, стилус, восковая пластина, инструкция с кодом для сборки. Остается просто зайти на сайт, загрузить выбранное фото, выбрать понравившийся вариант из 12 и получить инструкцию. Еще в наборе есть инструкция, на ней же код с обратной стороны, который нужно вводить на сайте Кубрикс. Инструкция легкая, и вы в ней не запутаетесь. Алмазная мозаика подойдет тем, кто увлекается рукоделием, любит собирать пазл, фотографии и украшать интерьер. Набор универсальный, включает в себя 3 цветовые гаммы, это 5 цветов, 16 тысяч страз, и размер готовой картины выходит формата А4 размером 29 на 7 на 21 сантиметр.
Я не смогла пройти мимо этой алмазной мозаики, так как сама идея мне показалась мега крутой – преобразовывать свою фотографию в мозаику. Честно говоря, мне раньше подобного вообще не попадалось. И вы знаете, забегая наперед, я скажу, что Ульяна ни разу не пожалела о потраченном времени. Получилась очень крутая картина. И я не удержалась, показываю вам процесс, с каким интересом она ее собирает. Липкий слой хороший, стразики прилипают хорошо, вдавливать ничего не нужно. И не скользят по нему, как, допустим, в недорогих детских наборах. Собирается очень удобно. Страз очень много, положили от души, и после сборки еще осталось больше, чем половина. Так что при сборке не переживайте, что вам что-то не хватит. Хватит, еще останется куча. Сама сборка вполне удобная, картина крупная, стразы клеятся к поверхности, не лозят, не отваливаются. И при сборке просто собираешь и получаешь удовольствие. Я однозначно рекомендую эту алмазную мозаику. Ульяне, Рустаму, мне и всем остальным очень сильно понравилось. И теперь этот портрет будет украшать их комнату. И также вам оставляю все ссылочки, возможно, кому-то из вас понравится. Впереди у нас Новый год, и вы можете, нажав на эту ссылку, сами перейти, посмотреть и заказать своим родным и близким людям оригинальный подарок. Всем пока-пока, до скорых встреч!